9 мая 2019 год. Харьков, 8:50 по Киеву. Мемориал. Монумент скорбящей Родины Матери, вечный огонь. И через 10 минут начнутся торжественные мероприятия по поводу 74-й годовщины победы над немецким нацизмом. Харьковских улиц, проспектов и парков 74. Уже 74 года. Но в памяти нашей этот день будет жить вечно. И никогда не зарастет тропа к могилам героев, которые отдали свои жизни за светлый день грядущих поколений. Бессмертны их подвиги, и слава их бессмертна. Минута молчания. Минута молчания. В каждом сердце звучание далекой струны. Минута молчания.
Вечная память героям, спасшим мир от фашистской чумы годы Второй мировой войны.
светла над огненной чашей, огней пронзительная дрожь. Есть день особый в судьбах наших, что взглядывай мой низкую скошь, в лесах безмолвный свалишься в море. Беспредельностью разлуки сынов их чувств не растерят, беззвучно простирают руки любимым детям, матерям. Бессмертный полк. Тут было понятно, тут в двух направлениях уже возложившие цветы монумента возвращаются к транспортным средствам. Возле монумента скорбящей родине матери по-прежнему возлагают цветы. Харьков, День Победы. 9 мая 2019 год. Харьков, возвращаются люди с мемориала. После торжественных мероприятий по поводу 74-й годовщины Победы. Thank you.
погода нас пощадила. Две грозы пришлись не на 9 часов, когда праздновались мероприятия. В общем, довольно многочисленное было собрание. Всех с праздником. Девятое мая 2019 год, Харьков. Закончились торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, 74-й годовщины Победы во Второй мировой войне над немецким нацизмом. А ты ж с утра поздравил. Thank you.